Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И в принципе в прошлом эпизоде я не знаю, что мы делали, просто гуляли, наверное, опять пытались заспавнить Молтреса, но Молтрес не заспавнился, и сейчас, в принципе, я продолжу поиски, не знаю кого, не знаю куда и не знаю где. Ну, в принципе, куда-то я все-таки да пойду. В поисках чего-то. Так, покушать у нас уже, если честно, ну, еды нет, осталось тут пару картошечек. Манки всякие. О. Так, нужно бы идти вылечить покемонов, так как у них уже удары закончились. Так, тут никого нет на болоте. Да тут... ну нахрена вы нападаете? Вот я этого не понимаю. Ну я понимаю, что это так запрограммировано, но... Какой смысл? Откуда мы вообще пришли? Если наш дом там, то мы пришли оттуда, да? И сейчас нам нужно идти туда. Или куда-то... Вот туда мы пойдем. А, нет, мы пришли оттуда. Значит, нам нужно туда идти. Да, что-то мы не туда побежали. Значит, мы будем бежать вот туда. Прямо. Ох, ты ж... Жирафа. О, ну, в принципе, один удар. Нормально. Ой, ты, фу, чуть не упал. В эту яму. Карьер. Какой-то шахту. Пофиг, как это вообще называть. О, там вроде джунгли, да? Чем мы в джунглях можем найти? Мью. Хотя нахрена нам Мью, если Мью у нас уже есть. 58 уровень. Кстати, можно на фосил поохотиться, как бы найти, попытаться найти еще один фосил хотя бы. Это было бы круто, если бы мы в шахте нашли фосил, сделали бы себе еще одного какого-то покемона. Ух, нихрена себе, мистер Майм, 49 уровень. О, баттерфри. 43 уровень. А вот это баг был. А вот... Вот. Чё-то я аж напугался. Думал, меня двойной опыт как бы лаганул и... Так, сейчас мы вас, ребятки, будем качать. Так, давай, Димью. Баттерфри у нас уже есть, даже его последняя эволюция. Хотя... Чё это за хрень было? Ты чё, убежал, скотина? У нас уже была Баттерфри, я не помню, вроде бы... А, Баттерфри это и есть последняя эволюция. О, сколько тут всяких водных. Вот этот мы уберем. Так, Пуливак, Зубат и Арун. Так, ну побежим мы туда. Я вроде где-то тут Мистер Мама видел, тоже с 40-го с чем-то уровнем, но он куда-то уже убежал. Или нет? Ну, я, в принципе, думаю, что да, так как... Да чё ты... А, ну вот, я еще забыл вот это выкинуть. Итак, идем и дальше. Так, дальше. Так, тут покемонов пока что нету в джунглях. Я не знаю вообще, стоит ли заходить в джунглях. В джунглях. Так как, я не думаю, что мы там действительно что-то найдем. Я знаю, что в море у нас, в море как бы еще есть такие покемоны, которых у нас нету. Я как минимум знаю двух таких покемонов. Это у нас Лапрас, и это у нас еще один покемон, которого добавили в новой версии Пиксельмона, но я не знаю, как он называется, но я его уже видел. Но я не знаю, как он называется. Опять что-то залагал. Сейчас мы тебя убьем. Нашим Артикуном. Если бы ты еще так не орал. Убили, отлично. Опыта нам тоже дали более-менее. Так, сейчас мы... Так, Пуливак у нас уже 26 уровень, офигеть. Ух ты, я так понял, тут у нас только...
болото, а там у нас только джунгли. Значит, будем и куда-то вот туда идти. О, еще один такой покемон. Сейчас мы Ару накинем на него. Вот опять что-то, вот эти лаги. Да ты что, издеваешься? Да я тебе в модру кидаю у покемона, а ты просто не реагируешь. О. Так, чё бы и вот тебе прокачать. Чё-то с него выпало? А, уровень с него выпал. Хм. Да. Уровень с покемона. Так. Вот там Slowbro. Вторая эволюция. Ну, в смысле. Так. Сейчас мы куда-то сюда пойдем. Нам бы Пуки Центр найти. Забрать с него компьютер. Кстати, мы уже близко даже к первому дому. Тысяч километров осталось. Что-то нам тогда, если вот тот дом там, этот дом там. Значит, нам нужно бежать или туда, или туда. Я, наверное, все-таки туда побегу. А, в принципе, можно... Да ты что, дурак? Можно полететь на Чаризарде, но... А, в принципе, у нас есть Артикуна. Можно на Артикуна полететь. Хотя, я думаю, лучше пробегусь вот так. Ух ты! 45 уровень. Давай Ару накидаем. И сейчас Артикуна. Ну, чё ты думаешь, долго? Вот уж эти лаги. Ух ты. Чё-то мы тебя не очень сильно бьём. А, ну, в принципе, да. Нормально. Так, сейчас мы побежим. Ой, чё-то... Ну, еды у нас вообще уже нету. Так. Ладно, побежим мы вот сюда. Нам бы еще Дратини найти. Дратини мы будем... Нам нужно только для того, чтобы выбить с нее алмазы. Кто не знает, с первой эволюции Дратини, там вторая эволюция Драгонейр, третья, забыл. Драгонейр, Драгонай, как-то так. А первая эволюция Дратини. То с нее выпадает... С нее падают алмазы. В принципе, я помню, мы нашли одну Дратини и выбили с нее там парочку алмазов. Так, ладно, побежим мы вот туда. Там какая-то пустыня есть. В пустыне. Чем мы можем найти в пустыне? Деревню. Да больше покемонов мы там вообще почти что никаких не можем найти. Только сундуки вот. Хрен его знает, короче. Побежим через нее. Ну, пока что, в первую очередь, мы нападем еще на этого покемона. Так как он более-менее большой уровень, опять что-то залагало. Во, отлично. Вот так. О, и тебя мы тоже можем прокачать. Вот так. Так, пулевак у нас 28 уровень. А Арон у нас 25 уровень. Я не знаю вообще, кто и как эволюционирует. И как... Ну, я думаю, что пулевак все-таки эволюционирует нормально с помощью уровня. С его прокачкой, а не там с помощью камня. А Арон, ну, не знаю. Ну, не знаю, как он вообще, если честно, эволюционирует. Но я думаю, что тоже так. Хотя... Не знаю. Ух ты, вот эта корова. Эта корова действительно очень сильная. Я помню, она моего Чаризарда с двух ударов убила. А, хотя она только 33 уровень. Я помню, когда я ее находил, она там была почти что 50 уровень. А, ну ладно, бежим тогда мы через пустыню. Вот мы видим равнины. У еды у нас
капут. Нет у нас еды. Еды у нас нету, нету, нету у нас еды. Что нам тогда делать? Идем мы сейчас домой все-таки, наверное. Будем что-то думать. А пока мы будем... О, мы, кстати, еще джунгли нашли. А пока мы будем идти домой... Да, мы опять пытаемся зажечь весь лес. И найти Молтреса, если он, конечно, заспавнится. Если он вообще спавнится. Не может и спавниться. Так, сейчас мы будем это поджигать, поджигать и поджигать. Опять поджигать. И все будем опять поджигать. Так, кто на меня напал? А, ну да. Так, убили. Сейчас мы это все подожжем и убежим вот сюда, и тут мы будем поджигать. Опять что-то ночь. Да че за лаги? Так, а я так иногда смотрю там через непрогруженные текстуры, вот там два покемона, вот там, может, в принципе, так и можно найти. Я так помню, через непрогруженные текстуры ту же Дратини нашел, когда я летел на Чаризарде и через непрогруженные текстуры в озере увидел Дратини. И вот так я его, в принципе, и словил. Поэтому я сейчас всегда вот так смотрю через текстурки, может, и какой-то покемон и встретится. Так, у нас ночь. А, лес горит, горит, горит. Ну, в принципе, давайте опять, наверное, добубухаем вот эту зажигалку. Хотя, или, в принципе, пусть будет. Пусть это догорит. Пока это будет гореть, мы поставим вот тут наш... Этот мы waypoint удалим. Этот мы waypoint тоже удалим. А поставим мы новый waypoint и телепортнемся домой. Так. Идем мы домой, 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 спим, спим, спим. Ох. Так, поспали. Сейчас. Еда, вот, кстати, да, еды у нас не бурно. В смысле, нету. Ничего еще там не выросло. Что нам делать? Ну, в принципе, пока что пойдем. У нас там же вроде кости есть в первом доме. Мы можем сделать порошок и вырастить себе еду, пшеницу или там картошку. Я думаю, все-таки пшеницу, так как картошку еще нужно ждать, пока она пережарится. Нужно себе действительно много найти еды, просто потом не париться по этому поводу. Ну, в смысле, найти много себе еды и потом просто складывать его тот же рюкзак и просто, если нужно, то доставать. Так. Никого нету, в смысле, с покемонов. Пойдем мы дальше. Пойдем мы дальше. В какую сторону нам лучше всего идти? Ну да, пойдем мы вот сюда. Так, секунду. Ладно, пошли мы дальше. Кто там у нас? Баттерфри? Какой-то уровень? 12-й. Чё за бред? Иногда бывает 40-й уровень Баттерфри, иногда вот. Ладно, идем и дальше. Если у нас тут, конечно, будет продолжение. Ну, а в смысле, а не море. О, Пикачу! Дружок! 48-й уровень, да ты чё, сдурел? В принципе, мне лучше, я же могу... Ну, в смысле, если ты 48 уровень, то на тебе можно более-менее прокачаться. Вот, опять залагал покемон. Я не могу выпустить покемона. Вот, сейчас он выпустится. Спустя... 48 уровень Пикачу, чё за бред? Ух ты ж, как на вас-то тяжело попасть. Так, давай Артикуна. Так,
Что-то мы немного опыта заработали. В принципе, думаю, нормально. Там у нас джунгли. Джунгли. Пойдем мы вот сюда. Кого бы нам еще словить? Я вообще, ну, я знаю еще как минимум. Не знаю. Двух нет, но я не знаю. Но еще достаточно есть более-менее покемонов, которых можно словить. Ну, в джунглях, я думаю, не знаю, идти нам туда, не идти. Мы с тех джунглей будем выбираться, не знаю, сколько времени. И плюс к тому, мы там никаких покемонов не найдем, которые нам нужны. Только Сайтер. Ну, Сайтера я даже, если бы нашел, то не словил, так как у меня нету покеболов. А без покеболов какой смысл? Нам бы фосил найти. Фосил, нам очень нужен фосил. О, мы деревню нашли. Деревня. Так. Может, действительно вниз прокопать? Ладно, потом. Ох, еда. Вот, хрен она кушается. Во, вот лаги. Я думаю, вы видите. Я покушал, но где-то... О! Мало того, что мы деревню нашли, так смотрите, что мы еще нашли. Это даже почти что и не видно, что тут что-то есть. Офигеть. Я даже не заметил. Думаю, не умрем. И не наступим на это. Ух ты! Ух ты! Алмазы. Золото. И еще алмазы. Офигенно. Я думаю, да, действительно, можно забрать ТНТ, не знаю зачем, но, в принципе, пусть будет. И будь... Чё за фиг? А, все. И будем мы выбираться отсюда. Я вообще как-то случайно это заметил. Даже нельзя было как-то очень заметить, так как оно вот так спрятано, можно сказать, более-менее. Магмарок. Какой-то там у нас уровень. О, кого я там видел? Или это мне показалось, но там какой-то был покемон. Похоже, что-то или на Магмара, или... Или это просто какие-то лаги были. Я видел, тут какой-то был покемон. Может, просто текстуры как-то. Фиг его знает. Идем мы, короче, вот сюда. Я думаю, в этой деревне даже... Хотя нет, я не знаю. Будет ли тут... сундук. Магмар. Вот магмар. Какой-то там уровень магмар. 40-й уровень. В принципе, нормально. Если ты огняной, тогда давай Артикун, а он у нас ледяной. Хотя... Конечно, лучше водяной, но ледяной это же как бы вода, но замороженная. А если так считать, то огонь топит же лед. Но вода против огня. Короче, закручена. В принципе, какая разница, мы и так его убили. Так, что тут у нас? Что тут у нас? У нас тут деревня, в которой мы, не знаю, что-то найдем, не найдем, найдем. Что тут у нас в этом доме? А вообще в таких вот башнях сундуки бывают, я не знаю. Может, подвалы какие-то есть? Хотя мне маловероятно, что подвалы есть. Ладно, ты что тут, дружок? О, у меня как раз 4 есть, но за кожаную броньку, за 4 изумруда, ты вообще обнаглел. Да, что-то вы борзые ребята. Иди сюда, зараза. Глоустон, да. Еда. Так, это... Тут что, у вас даже еды нету, вот вы жмоты. Харе там дверью стукает.
Короче, вы там открываете ее. Фиг его знает. Нет, тут нифига в этой деревне. Ох. Так, побежим мы на пляж, наверное. А на пляж мы побежим для того, чтобы посмотреть, нет ли там... Будем копать как бы вниз. Может, действительно найдем какую-то шахту. И может, в той шахте будет фосил. Я так два раза находил уже фосил. Как бы вот такие небольшие островки. Видите, как бы вот там пляж. Кончаются джунгли, немного песка. И потом... так. И потом немножко вот дальше, вот на таких как небольших островках, видите, как там спереди, вот, вот такие как эти островки, или вот такие как там немножко дальше выступы такие в море островки, да, вот, куча, так, вот такие небольшие вот выступы в море, как там островки такие небольшие, вот, я на таких островках два раза находил, как бы вот так. Ух, еды у нас уже нет. Вот просто так копал вниз. Да, там какая-то вроде шахта была. Через текстуры я видел. Или нет. Копать под собой это, конечно, не очень, но... Я помню, вот так я копал вниз, 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 вниз. Потом, вот, нашел какую-то шахту. Но это, конечно, не такая шахта, как нам нужна. Это была вот такая обычная, простая шахта там. Обычная, как бы, простая шахта. И вот, где вода была, то я всегда возле воды находил, я помню, ну, не всегда, два раза вот так вода текла, я возле воды находил два раза фосил, да. Ну, в принципе, посмотреть можно, может, что тут и будет, но я пока что только пауков слышу. Ух ты, иди ты нафиг, паучина, иди ты нафиг, какой нафиг паук, ты что, сдурел? У меня даже меча нету. И броньки. Хотя, ну да, нафига нам тут броньки. Я какого-то покемона слышал. Фиг его знает какого, но какой-то звук был. А я не знаю, я даже сейчас не знаю, откуда я выбрался. В смысле, куда мне сейчас копать? А, вот. Так. Ладно. Ух ты, еды у нас, конечно... О, я там вроде спаунер вижу. Через непрогруженный текстур. И что это такое? Ну что это такое? Или это просто шахта? Так, тут у нас нет ничего. Тогда мы поплывем. У-у-у, еды у нас тоже нету. А если нет еды, нам нужно идти домой и выращивать еду. Так, я пока что вот сюда сбегаю, еще раз немножко прокопаю вниз, посмотрю, что там есть, потом вверх, 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 и потом телепортнусь домой. Так как еды у нас все, в принципе, нет, у нас голод уже. У нас уже алмазная кирка сломалась. О, уголь. Офигеть как. Это что такое? Это что такое? Это что такое? А! Лаги! Это что-то вообще непонятное было. А, ладно, короче. Так. Что тут у нас с едой? А с едой у нас пока что... Еды у нас нету. Да. Так что, дорогие друзья, давайте на этом закончим. В принципе, в следующих эпизодах, в следующем эпизоде я сделаю себе еду. И, в принципе, пойдем дальше качать Арона и Пуливага. Ну, в принципе, и всех других покемонов. Так что, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Да, всем спасибо за просмотр. Еще раз ставьте большие пальцы вверх. И всем удачи, всем пока.